Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фераф, Кровка, Крошка, Крошка. Как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Всем привет! Всем привет! Как и обещал, сегодня у нас очень классный режим. Карта у нас Балди. Один из нас будет фиолетовым человеком. За него будет, конечно, непросто нас всех убить. Если убить, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Ну что, давай, мы все готовы. Ой, акула. Фу, блин, он уже бежит с этой стороны. Да боже мой, это невозможно. Ха-ха, прикольно, ребята. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и у нас, как всегда, видите, очень много веселья. Убит. Ты убил уже одного? Да. Хорошо, давайте, уже два. Так, я думал, будет подольше. Ну ладно, пусть будет так. Просто, видите, они не очень опытные челики, надо очень опытно выживать. Короче, а ты меня пробежал. А я вас смотрю. Опа, побежал назад. Фух, ты хоть меня не пугай так. У меня вместо руки сосиска какая-то. Привыкай, это жизнь. Вместо руки сосиска. Он бежит, пацаны. Убегай, убегай, убегай. О, я буду тут тусоваться. Он за нами. Где? Блин, пацаны, вот та стычка и произошла, когда он меня может убить. Нет, ты меня не убьешь. Их двое, нет, их трое. Их четверо. Надо мочить их. Да нет, не надо, не надо. Мочи они. Бежим, драфт. Бежим. Боже. Мига-миг бежим. Так прикольно выживать? Ну чё, пацаны? Вот он! Это что ты машешь в мою сторону? Ой, у меня камера глазит, это косит. Ты чё летаешь? Ой, стой, не убегай! Стой, стоп, игра! Стопэ! Давайте мы сделаем режим полета, отключим. Реально, это нечестно, Все, продолжаем. А у теперь не нарушить никто. Давай. Ты можешь, я верю в тебя, ты убийца еще тот. Чпонька. Я же говорю, что будет очень сложно. Я даже не понимаю, как он убил одного челика, если реально сложно. Эй, ты чё, Маша? Знаешь, тебе надо? Тебе только один шанс, это загнать в угол, в тупик. Да, да, да. Кружить вас и будет вообще... Димас, сзади. Их двое, блин, пацаны. Да, я их уже поднял. А я в класс забегаю, забегай. Говно. Минуты. Минус один. Блин! Я так запереживал, да как ты такой? А я еще жив. Да стой, дай возьму фиолетового челика. Жесть. Нет. Добивайте. Там не друг друга, его одного. Бежим. За ним. Быстрее. Нет. Давайте, догоняем его. Я убью тебя, говно, он говорит. Перехват. Давай, все это старое. Давайте. Прижимай. О, дерьмо, ускочило. Гоняем его. Знаете, что пацаны делаете? Закрывайте двери за собой. Во-во, закрывай. Закрывай. Мы сейчас ему тупик сделаем ловушку. Так. Чего? Откуда он там? Пацаны не знают, откуда и куда. За ним бегу. Надо. Вижу. Пощадите. Нет. Ух ты, блин, провтыкал нажать кнопку. Твой мотор. Столько штук фиолетовый челика бегает. Уже добрый, куда ты? Дай. Тупо рдай фиолетовых челиков. Давай. Убили? Убили. Так, берите тоже фиолетового человека, теперь каждый сам за себя. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. А у меня меньше всего хп было, дайте. Меня уже роняли. Нет, меня есть! Зачекал одного до смерти. Типа я первый две башню. Не, просто был обычным человеком. Ай-яй-яй. Ты шо все здесь? Ничего. Ну, меня добили. Смерть, моя близкая смерть, скажу вам честно. У меня 100 хп. Да отвали ты от меня! Да иди сюда. У меня было 100 хп. Я выиграл! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Как всегда, мне нравится, я тащу. Эй! Мы проиграли. Чему? Чё, я выиграл? Блин, да что? Давайте второй раунд. Ладно. Короче, Верафт, давай. Ты теперь опять фиолетовый челик. Погнали, пацаны.
Стой, 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 дай нам убежать. Дай нам убежать. Хорошо. Ну все, давай, давай начинай. Открывай дверь, 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 дверь. Пацан, давайте какую-то облаву сделаем ему. Что сделаем? Облаву ему сделаем. Давай. Прощай. Бежать. Блин, так вжу. Не, алло, а я перезапускался. Нефиг, нефиг больше сильнее. Я буду бегать по кругу всегда. Не убьет меня фиолетовый челик никогда. Эй, ты чё бегаешь по столам? Пни его. Да как круч? На Х, по-моему, не помню. На, попей. Это не считается. Вират просто сбежал меня на столу. Пацаны, стойте внимательно, смотрите. Я просто остался. Давай, ну, пацаны, для того, чтобы мы затащили, открывайте во всех классах двери, чтобы можно было резко забежать. Пинай его, пинай. Это жесть. Подставу тут. Него сзади. Так, 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 так. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что-то меня тут это расшатало. Псих, 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 ну не может нас убить. Ой-ой-ой. На. Осторожно, граната! Бежать! Бежать! Блин, он чуть не убил меня! Пацаны, он не может нас убить, но кого-то сейчас попадет по любасу. Что осуждаю? Осуждаю. Да это нечестно, шары не пускайте без меня. Я случайно. Надо Больше хорошего. Пацаны, я в классе заныкался. Осуждаю, Карыч. Ой, сори. Карыч бяка. Все, Карыч бан. Я тоже в классе спрятаюсь. Тут, короче, класс, тут столько парт, что он не пройдет просто по ним. Оно ему не даст пройти. Во, все, я учитель. Я знаю, что я тоже учитель, и я готов встретить его так страшно, как он мне. О, давайте ждем его тут. Аккуратно, только парты новые, осторожно. Надо двери удалить. Давай двери удалим. О, сейчас мы его увидим, если он будет пробегать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я готов встретить его. Я учитель. Да, я, кстати, тоже готов полностью, во все оружие. Осуждаю. Парты не раскидывайте, это будет препятствие им. Во-во-во, отлично. Осуждаю. Двоих сразу, я это видел. Да блин, я же просил, то иди. Ну нафиг, я вспомнил. Мне хлеб надо купить. Я умер. А он за мной бежит. Буду защищать до последнего. Партами. Защищать партами, партами. Ой, извини, блин. В живот дробашом этого фиолетового челика. Нормально. Привет, Димас. Давайте. Фиолетовый челик, извини, не хотел. Я думал, у тебя жизни побольше будет. Я впустить? А где? Не, я пройду и так. Я и так пройду. Все, давайте ждем, посмотрим, пробьет он наш класс или нет. Он пытался открыть? А, и здесь. Тут вы молодцы, мы забаррикадировались. Нас никто теперь не убьет. Слышно? Прощай, ну что ж ты, блин? Тихо-тихо, бьет. А, не, не проходит. Ага, не-не-не. Не получается у него. Осуждаю, спасибо, пацаны. Нет, не получается, парты не ломаются. Аркс. А, они зафрижены, так нечестно. Вот, теперь нормально, движ пошел. Они двигаются, видите, он ломает их потихоньку. Ух ты! Да, давай по кругу бегать. Нет, подожди, нет. Так. Те самые турели. Ля-ля-ля-ля-ля. Не бойся, не бойся. Встречаем. На всякий случай, одна на пути отхода. Он не может меня убить никак, это слабый. Ах ты, блин, убил. Давай. Хорошо, давай помогу тебе. Сейчас вы вместе их накажем. Давайте в школу. Походу Димас к нам пойдет. Пацаны, я иду к вам. Это последняя стычка, которая вам, может, не повезет. Ваша пушка улетела. Ненавижу двери кольные. Готови крошку. Ты такой сальтохой запилил? Нажал.
осуждаю. Титимас. Кто за мной бежал? Иксарикс, надо твое оружие. Что вы делаете? Молод... Тут еще и бомбы. Осуждаю. Стой. Мои. Тоньчик. А, вот так, значит. Вы решили зашкериться. Тоньчик. Отстаньте! 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 Димас, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!